В Луганске открылась выставка проекта «Наши традиции». Экспозиция посвящена красоте и самобытности славянской культуры, а также историям различных народных праздников и традициям на Руси. Сейчас к нам присоединяется мой коллега Игорь Пиханов. Игорь, я приветствую. На самом деле, мне очень радостно, что у нас наконец-то тема, совершенно не связанная ни с военной операцией, ни с обстрелами, ни с чем-то вот из этой области. Ну, расскажи, пожалуйста, что за экспонаты там представлены? Здравствуйте, Дмитрий. Начну с того, что эту выставку, если кто-то из наших зрителей будет в Луганске, нужно будет обязательно посетить. Здесь много уникальнейших экспонатов. Всего месяц назад территория Луганской Народной Республики была освобождена от оккупации украинских военных. И уже эта территория Донбасса принимает у себя первую международную выставку. Называется она «Красота и самобытность славянской культуры». Представлена она известными российскими музеями. Первой площадкой для нее стал Дом народного творчества в городе Луганске. Здесь представлены сотни уникальных экспонатов. Это прежде всего предметы быта и искусства. Сегодня краеведы рассказали прежде всего о предметах, исторических предметах, предметах утвари, быта. Также рассказали о традиционном русском костюме, рассказали, из чего он изготавливался, что означали различные цвета и, например, орнаменты. И причем оказалось, что в зависимости от региона, регион изготовления, вот эти орнаменты могли менять свои обозначения. Кроме того, историки рассказали и показали, познакомили своих зрителей со знаменитой Жостовской и Хохломской росписью. Кроме того, сегодня перед собравшимися выступил народный артист России Владимир Девятов. Давайте дадим слово организаторам этого проекта. Последние годы люди занимались другими делами, они защищали свою родину. И сейчас наступил новый этап, этап мирной жизни, когда люди истосковались по труду, по созиданию, люди хотят жить, растить детей. Мы приветствуем здесь, в Центре народного творчества, выставку. Это большое счастье, она такая впервые, наверное, за всю историю. Удивительная выставка. Мы с Россией, Россия с нами, Россия здесь, все у нас будет хорошо. Выставка проходит в рамках масштабного проекта под названием «Наши традиции». Подготовлена она Министерством культуры Российской Федерации, также Музеем Победы и Министерством культуры Луганской Народной Республики. Свои экспозиции представили 13 федеральных российских музеев. Проходить она будет на 30 площадках, в том числе на недавно освобожденных территориях, например, как Новоядарский район. Экспозицию можно будет увидеть в музеях, театрах, а также домах культуры. Здесь будут проходить мастер-классы, также лекции и также выступят общественные деятели. Дмитрий. Да, Игорь, спасибо. Мой коллега Игорь Пиханов был с нами на связи из Луганска, где открылась выставка славянской культуры.